Я вышел по походному и вывел и повел, говорю, стоять, разворачивайся. Кибиш разворачивается, там дым именно, снарядно попало, дом снесло, там дырка такая, и дым валил. Дом горел, еду, не вижу вообще ничего, говорю, заур, я слепой, не вижу ничего, он едь вперед, потом стой. Я говорю, подождите, говорю, отъезжаем. Откатились и заехали за другой дом, прямой наводка, просто в тупую, снесли так просто дом, снесли там все. Они сбили, я в триплекс видел, как в дом начал падать, и оттуда начали эти выпрыгивать, кого-то они десантники. Без парашютов пошли, блин, и их прикрыло всех там просто. Просто и нету все. Ну и откатились, более-менее нормально откатились. Мы же танкисты. Должны везде успевать делать все свое дело. Правильно? Тут пехота довольна была. В Бахмуте, в селе, в отстойнике, ну когда после стрельбы было, подъехали, мы стали, мне подходит старенький дед. И он говорит, Елена Зеленская сказала одну вещь, говорит, всегда при темноте наступает свет, говорит. Говорит, гоните их прочь, просто гоните. И заплакал. У меня аж так душевно стало, что есть люди, все равно есть люди, которые, понял, ну, верят именно, верят в ЗСУ, верят в нас. И это подтянул нас, бодрит и нам дает стимул дальше продолжать. Просто мы сделаем свою задачу и работу, и все. Хочу это сказать. Слава Украине. И я сейчас сын Азербайджан, я сейчас сын Украины, как сказал Зеленский. Пусть будет мир во всем мире.